Канал придет с кнутами. Рылесочку. Спасите! Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Тащите командира, я возьму кучку. Приветствую. Вань, подойди, командир вытащи. Сейчас, сейчас беру. Врывайся, я уже готов. Бейте все командира.
Ваня, ты черелобился? Конечно. Власть включил. Агро резко до 90 поднялось. Кто без власти бил? Давайте рост, заливайте весь трюш. Можете еще одно привести. Сталик, Сталик. Кто кулаки бафл? Сейчас я 5 сек. Бафл кулаки экстрим. А кто голые каски раздай всем? Дайте пока друбав, пристабав там. Смотрите, пожалуйста. А, не. Рыба у кого-то есть? Нашли. Он вольера, да. К носу.
каску поваром бафните. Я основу, а не первую копию, диплом вторую. Цирк приехал. В мире хватает героев и без тебя. Вдвое сильнее страдания. Вдвое сильнее страдания. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. 100 грамм, ты что там стал уходить? Один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритриан. Но, боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера, огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно — их нужно остановить. Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Составьте мамонт, у кого есть. Вот тут. Я сейчас задам вопрос.
Это кот заливает ману шаману во тьме один раз, да, и потом свету шаману тоже. Угу. Сейчас посмотрим. Ничего не говорил еще. Не, только убили этого за ретряда. Кто танчит во тьме? Мне с танком светло оставаться. Кто мне во тьме будет инер заливать? Бары перед заходом во тьму крик на хп для танка с большими големами. Лужа пройдет, отходите. Вари, броню ріжте, помагайте. Вижу все.
Заходите. Ну, Бахила умерла. Бахила во тьме. Сколько еще таких героев? Не хились? Падаем, что ли? Я, короче, ливаю. А, нет, нормально. Да мне не так дохуя было столько. На нем постоянно играет. Да, да, да. Я тебе сказал, кто постоянно на нем играет. Ну, честно говоря, у меня залагало, да, просто элементарно. Грамм 100% РП не дают 100% игнорирования брони. Броню все равно нужно резать. Меня трэш 3 раза почти положил. На пулю эти получи. Кто? Хазара.
А чё за хазары? Это кто? Ну это понятно. Он далеко отбегает вообще? Вот эту вот фигню я линканул в чат. Её коту надо кидать или совы она лучше или чё? Ну совы на автоматах, по-моему, кажется, она сова лучше. Сова лучше, ты совину не забиваешь, но Леркас этому прокрыть. Все дыры забиваешь этим волшебным огнем. Окей. А, да, кстати, этот пауэр, вот свету это не тотем, а от огня ничего не было. Да, сейчас разворачиваю. Все, готовы? Нет, там не кралька с дипломом, там шаман, который свету, он должен резист к огню поставить. Прямо в центре босса. Ну окей. Пулить? Диспел. Если бы у него были на жопе волосы, он бы сейчас их подпалил. Заходите сюда, дверь. Ты их приедешь, Вай? Чтоб не горели. Еще так рядом со мной. Агро сорвали, наверное.
Чё так много КП? А есть у кого мамонт? Нет, нету. Вообще-то спросила, у кого есть, а не у кого нету. Чего надо? Им все время что-то надо. Правда, пятихатку, что так много, трёшка ж была. Количество зависит от настроения рыла. Индивидуальный косяк от 100 до 300, вайп рейда 500. Когда бибоп совсем злой, то он их по 20 вычисляет. Один варстак это, видишь? Никакого вам до ПП. Тут хоть бы убили, какой до ПП. Сказал назад, я пошел назад. Это ровно назад. Смотри. Это назад, а ты первый, ты хочешь, чтобы они вообще меня выносили? Ну заходить ты не будете, сейчас лезвие начнутся 2 секунды. Да, заходи. Да, там все это уже, суминер, все, там нет. Заливайте. Мою мать, мышка зависла, хильте меня, сейчас спиной буду танчить. Так, все, развис. Заходите. Что такое? Козырак, быть мы потанчим, оф, по хилям, да не? А чё, шаман упал или чё?
Ты от него бежала? Эндриага, выноси метки в походной форме. У нас что, там фридома не дают уже? Не модно? Если лезвие бежишь, то фридом не поможет. Мне никто даже не давал. Да был у тебя фридом, не надо рассказывать. Я лично тебе кидал его был фридом. Да, конечно. Руник, когда смотрите за гору. Слышу, слышу. Заходите. Чего им заходить, нет? Инер, мне залейте. Заливал. Ah.
танк упал. У нас танка убила. Я не знаю, с виду есть на полу вообще, что-то сразу на меня могут переигрываться. Я, конечно, за кота первый раз здесь, но не знаю. По-моему, так не должно быть. Да, я жду. А кто, кстати, на меня напуливал на третьей фазе? Рекс или Джаспанк? Ну, как вышли из тьмы только. Да, да, там был 6-секундный номер. То есть на полу. Ну, просто у нас полбанка набита этими символами для роги, сами для РС. В чем сложность пойти взять два символа? В смысле, забываешь, ты вообще на пол не даешь на трэш или что? Не, ну символы не ставят. Там на мне был 6-секундный напул. То есть без символа. Не захилили. В танка и кастовала, это и на первой фазе подхиливала рит. Конечно, у меня тоже с пушки летели. Цепушку лучше рейду давать, а с танка именно волну. Ну, я и хилила волной. Каска, дайте. До каски нет, подожди. Да, готов. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Рапись подними.
заходите. 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 КД, КД. Святой рост. Беги, малышка, беги! Yeah.
Блин, яблоко. Садись именно на хп, если надо. Нафиг на мелкие бьете, сказали же боссу. Насладитесь сполна ее вкусом, ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. А, да. Сейчас, подожди, я тоже зайду. Я тут, по идее. Я на БДК, да? ВВК идем. Или все на сегодня? Нужно попробовать войк. Ну что такое? Просто траешь, кидаешь все ГПшку и все. А вот этот Вилфернус, это кто вообще был вообще? В рейде? Ты не бери всех подряд. Я вижу только три человека, которые писали, что на других чаров получают ЕП, ты их только что добрал. Кто может проверить там, ой, типа и ЕП? И мне дайте ЕП, то я ливну, да. Сегодня за эти за РСки обычки, по-моему, такой чувак Капарсивин получил два раза. Можете, ну, проверьте там в журнале, как вы смотрите, я не знаю. Анарксия Кембала. Вроде не писала тоже. Счет того, что получает на паладина. Пускай заходит на ДК. Придется чекать сейчас еще и эту херню. Видите, многие дурят, не одна я. Ну тут можно нормально сказать, я чё я. Скажи на Эроксии, напиши или чё, пускай заходит на ДК и получает ЕП на него. Или у него двойное. Пойдемте в ВК на коня вот это вот сделаем такое чиво. Не знаю, почему она трешона. Он в куче стоял уже.